Так, ушла миссия 11-я. Поехали, да. Так. Аластера, может, все лучше. Точно, я каплю на двойной прыжок. Я хочу себе двойной прыжок. Да? Двойной прыжок мы себе хотим. Хотим двойной прыжок. В принципе, мне нравятся все части Devil May Cry. Просто... как... сюжет. Особо никакой вот по первой части и по второй. То есть люди, которые говорят, что первая часть там хорошая, то, блин, нет. Нихера. Да. Чтобы поменять оружие. За черт ты такой. Наконец-то сдох. Из-за камеры неудобной управление превращается просто в ад. Блять. Смена вот этих вот. Смена камеры заставляет пару пукан моего прям разрываться от злобы. Да? А с другой стороны у нас есть синий кристалл. Блять. Триггер дьявола у меня заполнен, сейчас попробуем полетать. Слишком высоко я полетел. То есть, ну, я подумал, я смогу. Блять. Ладно, значит, там где-то внизу, да, проход.
Хотя бы так. Есть две двери, есть туннель. Есть синий кристалл. Она не так уж сложная, кажется, когда управление нормально. То есть я играю в первой Соньке. Мне казалось, она пиздецки просто. Первый раз, проходя игру, вряд ли можно хоть что-то сделать полностью. Сейчас посмотрим. Еще солнце светит плохо видно. Гранно прям. Блинский. Надо снова набить. Некоторые обзорщики говорили, что здесь в первой части геймплей, типа, более брутальнее. Нет, нихера. То есть здесь проще еще набить
стильно, да? Типа суперски. Чем ежели, допустим, это делать в последнем DMC или же в третьей части. Во второй вроде бы там тоже боевка простая. Ничего сложного. Да блядь. Значит, и туда я тоже могу запрыгнуть. Плащ развивается в нужную сторону, это, кстати, хорошо. Осталось еще одно. Да, точно, я мог же и сюда вот запрыгнуть. Так, дверь вверху и дверь внизу. Внизу дверь работает. А вверху? И вверху тоже. А смысл не то, что верхняя, что нижняя. Одна и та же дверь. Так. Зеленого. Изучаем кресло. Ладно, что здесь у нас? Опа. Сила света. То есть у меня же есть. Я набрал какой-то, взял какой-то кубок. Теперь мне его надо заполнить, да? Драться собрался деревянным мечом. Да блять, я ж жал на уворот. Так.
Жизнь, блядь, одноразовая, да? Да. Супер. Так, что мне сделать? Блять. Может, там внизу? Ну, точно внизу. Broken Hollow открыто. Ранг 7. EBC.